Привет, привет, мои хорошие, привет, дорогие друзья, ребятки, мы с вами продолжаем играть в новую игру аутфита, которая называется Том Воздушный Бег, а по-английскому она называется Talking Tom Skyrun, друзья мои, смотрите. Так, тут, кстати, есть новые, друзья, миры, которые у нас еще закрыты, и здесь называется Спасти Хэнка. О, тут еще даже в разработке. Ребят, у нас тут есть, смотрите, какие крутые герои. Том, ух ты, открыть сейф. У него разные наряды будут. Обалдеть, друзья. Есть Анжелка. Ух, и у нее тоже, друзья мои. Смотрите, какие крутые наряды будут. Есть песик Хэн. У-у-у. Нам его, кстати, надо спасти. А сделает это, друзья, мой любимый... О, у нас открыт один сейф. И мы его можем открыть сейчас, друзья мои. И возможно, возможно, мы получим какой-нибудь... О, костюмчик, да-да-да. Вот о чем я и говорил. Нет, монетки мы тратить не будем. Так, друзья, ну что, вперед, вперед! Собирать баночки, если вы помните, да? Помните? Так, я сейчас проверяю. Управление, монетки, баночки. Управление очень классное, я настроил себе на компьютере, мне очень нравится. Ух ты! Так, ребят, не забудьте поставить лайк под видео. Для меня это очень и очень важно. Ребятки, поддержите мой канал. А мы сейчас соберем баночек и накажем злых енотов, которые украли моего друга Хэнка. 3D графика, обалденная игра. Баночку нам надо. Так, ребят, очень крутая. Я сейчас думаю, я залечу в дом и пролечу в доме там. О, сейчас наверх поднимусь. Ребят, тут очень много баночек, надо их всех собирать. О, их реально очень тут много. И сейф есть, да, дарич. Улетим. У нас 26 баночек, друзья мои. Так, если я не ошибаюсь, нам баночек 50 надо где-то, чтобы открыть хотя бы. Ой, промазал. Кстати, друзья, смотрите, как можно. Обратно вверх. Тыщ. Игрушечка очень-очень крутая. А, промазал. Блин, сколько баночек потерял. Ого, я лечу. А я думал, я дальше полечу. Так. Ой, мне страшно. Не успел я. Мама мия. Немножечко стрёмненько. Опять вверх. Вот это класс. Вот это мне везет, друзья мои. Так, и у меня уже 47 баночек я собрал, друзья, 47. Сейчас мы побежим сражаться с енотиками. Ух ты, все вверх и вверх, это круто. Это мне нравится. Ух, все собрал, все, 56 у меня уже. 56 баночек, друзья мои. Так, ладно, специально мы не будем врезаться, да? Опять вверх, вот это да. Опа, оп. Есть. Класс, игра мне очень нравится, друзья. Очень-очень. Так. О, вот, смотрите, вот здесь. Опа. Класс. Опасненько. Очень опасненько. Офигенно круто. Ой. Опача. Ого, ребята, это вообще Unreal. Вы видите, что творит Вадюха? Вау. Это такие прям... О, нет! Я шандарахнулся со всей силы в дерево. Ба-бам! Том, ты крутой парень. Ты очень крутой парень. Так, ну давайте вскроем сейф. Не пожалеем монеток и вскроем этот сейф. Так, отлично. Скоро у нас появится новый. Так. Вот, ребят, у меня 98. Так, давайте спасем здесь вот эту штучку. Ага, и немножко мне не хватит. Еще чуть-чуть, друзья. 12 баночек, чтобы дойти до уровня с боссом, я так понимаю. А, не, еще больше, чем 12.
Эх, ладно, это я, наверное, уже сделаю в следующей части, друзья мои. А сейчас подписывайтесь на канал и ставьте пальчики вверх, если вам нравится игра «Воздушный бег». Да, это мой любимый-любимый том. Все, друзья, пока-пока!